На сегодняшний день очень актуальным стал вопрос понимания, с кем вы сотрудничаете. То есть проверка контрагентов, она на сегодняшний день стала очень необходима в связи с тем, что поменялся порядок учета НДС, и многие предприятия попадают, ну скажем так, в неловкое положение, когда они приобретают какой-то товар или услугу, и выясняется вдруг то, что его исполнитель – это фирма-однодневка или фирма, которая в особых списках, и, в общем-то, после этого последствия имеются и налоговые, и иные другие, и для самого непосредственно заказчика. Поэтому мы сегодня и хотели бы представить вот эту картотеку, значит, которая позволяет проверять контрагентов. Плюс мы являемся представителями Коммерсанта здесь в Тульской области и непосредственно картотеки Коммерсанта. И хотели еще и о ряде новых услуг рассказать, то, что создан единый реестр на сегодняшний день отозванных доверенностей. Мало кто об этом знает, когда их отзывают, в общем-то, об этом целесообразно сообщать. То, что на сегодняшний день создан реестр информации, которая поступает к нотариусам. То есть на сегодняшний день автоматизация и сотрудничество с картотекой Коммерсанта, они позволяют наиболее полноценно принимать управленческие решения и делать их, ну, как сказать, без ненужных последствий. То есть мы, когда принимаем управленческое решение, мы хотим чего? Чтобы было все надежно и прибыльно. Вот чтобы этой цели достичь, в общем-то, и используется Коммерсант-картотека.